Вы родственник Юфтады Варлы? Я ее муж. Как она? Все хорошо. Из-за миопатии ей свело дыхательную мышцу, и она испугалась, что задохнется. Слава богу. Ей уже лучше? Да. Я могу ее видеть? Только близкие родственники. Пусть отдохнет. Мы ее скоро выпишем. Она поправится. Большое спасибо. А ты куда собралась? Слышала, что сказали? Только близкие родственники, а ты и никто, паразитка. Жди нас дома. С тобой мы потом разберемся. Успели тебя поблагодарить за то, что привез нас сюда. Конечно, без проблем. Как твоя тетя? Хорошо. Скоро поправится. Ты останешься на ночь? Я принесу тебе чаю, скрасить ожидания. Я не останусь. К ней пускают только близких родственников, а я ей кто? Просто паразитка. Не называй себя так. Но это правда. Я отвезу тебя домой. Но я не хочу домой. Ладно. А куда ты хочешь? Не знаю. Но подальше от Бузуюка. Уедем отсюда хотя бы на часок. Ладно. Залезай. Бузуюк. Стой. В чем дело? Когда мы проедем за этот знак, мы покинем Бузуюк, верно? И окажемся в другом месте, да? Да. Поехали. Гамбургер за 16 лир? Заказывай, что хочешь. Нет, брось. Но мне как раз выдали зарплату. Нет. Пожалуйста. Ладно. Что взять, пиццу или гамбургер? Сложный вопрос. Давай возьмем и то, и другое. Супер. Прошу прощения.
Да, чего желаете? Мы хотим эту пиццу и гамбургер. Гамбургер? И две тарелки. Хорошо. А пить что-нибудь будете? Что будешь? Лимонад. Даме лимонад? Лимонад. А мне колу. Кола. Хорошо, сейчас принесу. У тебя есть девушка? Есть. Вы с ней вместе работаете? Нет, она работает в офисе. В офисе? В одном из таких высоких стеклянных зданий? Я видела по телевизору. Я там не был, но, наверное. А вы ездите на острова на выходные? Она по выходным работает, так что нет. Но вы же гуляете по вечерам, да? Я слышала, все любят гулять по таксиму. Там до утра горят огни. Мы не ходим на такси. Почему? Да просто. Ясно. В сериалах женщины из офиса всегда ходят нарядные и на высоких каблуках. А твоя девушка носит каблуки? Да. Пиджак и юбку-карандаш. Карандаш? Это как? Погоди, я покажу. Смотри, она узкая в талии, а потом становится еще уже, обтягивая колени. Я в этом не разбираюсь, потому и не заметил, что она носит. Твоя девушка совсем на меня не похожа, да? Нисколько. Почему? Она хорошо одевается, а я плохо, да? Думаешь, у меня нет вкуса в одежде? Нет, ты чего? Я ничего такого не говорил. У меня собственный стиль. Вот, смотри, я сама вышиваю цветочки и птичек на обуви, видишь? Я понял. Все, можешь убрать ногу. Остановись здесь. Я тут выйду. Не подъезжай к дому. Дождь такой сильный, ты промокнешь. Я же не конфетка, не растаю. Прощай, стамбулец. Прощай. Один вопрос. Когда ты приехал за тетей, ты не спросил, где я живу. Откуда ты знал, где мой дом? Выяснил. И проходил мимо дома в надежде тебя хоть мельком увидеть. Ты была у себя, сидела с тетей. Что бы ты сделал, встретив меня? Не знаю. Спросил бы, хочешь ли ты выходить замуж. А если нет? Ты увез бы меня? А ты этого хотела бы? Скажи правду. Ты приехал сюда только для того, чтобы отдать письмо от покойной матери незнакомке? Верно. Почему? Я такой же, как ты. У меня нет родителей. Я не держу обещания тем, кто меня любит, чтобы выживать. Я тебя понимаю. Не просто понимаю, я абсолютно такой же. Прощай еще раз. Прощай.
Дядя с тетей дома? Ага. Они были в больнице, и я их подвез до дома. Спасибо. Не за что. Но дядя думал, что ты ждешь их дома. Ха. Ах, бедный глупый старик. Понятия не имеет, что его подопечная шляется неизвестно где с какими-то незнакомыми мужиками. А? Ты меня что, за дурака держишь, да? Думаешь, я такой наивный? Ты возьмешь мою фамилию, будешь тратить мои деньги, а потом таскаться по другим мужикам за моей спиной? Думаешь, обмануть меня? Иди сюда. Тихо, тихо. Я тебе покажу, где раки зимуют. Ты у меня попляшешь. Я думал, ты скромная, послушная девочка, а ты такая же, как твоя мать. Мерием! Мерием, это ты? Дядя! Исмаил, брат! Вы бы научили свою девчонку манерам и достоинству, иначе она кончит так же, как ее мать. Алло, да? Вы засекли грузовик? Не отпускайте, я сейчас приеду. Ждите меня. Дядя, это не то, что ты думаешь. Поверь мне, дядя. Я не сделала ничего плохого. Мерием. Дядя, поверь. Мерием! Мерием, что ты натворила? Клянусь, я ничего не делала, правда? Я ничего не делала. Да, у меня ингалятор. Мне нехорошо. Ингалятор. Где же он? Где мамины волосы? Мустафа, привет. Он на заправке. Мы его здесь не удержим. Приезжай скорее. Хорошо, брат. Прошу прощения, вы еще долго? Похоже, насос сломался. А что, сразу нельзя было сказать? Господи боже. Вытащи насос. Ну же, вытаскивай! Пупсик, пойди-ка сюда. Я здесь. Что дальше? У меня к тебе разговор. О чем же? Дружище, в Стамбуле что, бабы кончились? Что ты убиваешься за теми, что остались здесь, а?
Не понял, к чему это все? Говорите прямо, что вам нужно? Ну да, увидел, что у бедняжки никого нет, а? Кроме глупого старика, прикованной к постели старухи и распутного характера, и решил увязаться. Что вы несете? Что-то до тебя долго доходит. Просто учти вот что, придурок. Эта девка — собственность Мустафы Ялчина. Она моя. Тебе ясно? Знаешь, что я сделаю с каждым, кто посмеет ее хоть пальцем тронуть? А да, не ваша собственность. А да, я говорю о Мериэм, тупица, о Мериэм. Я заплатил за нее ее дяде 50 тысяч лир. Да, 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 50 штук. А ты, дворняга, хоть раз в жизни видел 50 штук, грязный пес? Мужик, слушай, она не товар! О, урод, подонок, она не товар! Эй! Мустафа, брат! Ты меня слышишь? Алло! Нам нужна скорая на заправке Базуюка! Ты знаешь Ису, да? Его жена умерла, и он остался один с двумя детьми. Теперь он хочет повторно жениться. Если он попросит, я отдам тебя. А кому еще ты такая нужна? Мустафа попросит вернуть за тебя деньги, и его можно понять. Никто другой не даст за тебя 50 тысяч лир, это точно. Ты недостойна всего того, что я для тебя делаю, глупая девка. Фу. Забудь о том, что случилось. Тебе не нужны мамины волосы. Ты не Ада. Ты Мерьем. Ты не Ада, ты Мерьем, ты не Ада, ты Мерьем. Тетя, беги. Тетя, беги, беги. Но куда? Беги, спасай себя. Беги, тетя. Будь счастлив, прошу тебя, ладно, поняла меня. Красавица моя, ты должна бежать отсюда, ясно? Беги, милая, беги, детка, беги. Беги, беги из этого ада. Ты куда? Эй, эй! Тебе что, отель здесь, а? Ходит туда-сюда. Отстань от нее, хватит, оставь ее в покое. А ты не лезь. Беги, беги, спасайся скорее. Нет. Что такое? Стой! Нет, пусти! Пусти меня! Пусти меня, стой, моя девочка! Нет. Пусти! Не трогай ее! Пусти меня! Пусти!
Бериам! Некуда бежать! Куда бы ты ни пошла, я найду тебя, Мэриэм! Мэриэм! А, да? Станбулец. Мэриэм! Давай. Увези меня отсюда. Ладно. Где твоя обувь? Она мне не нужна. Мне вообще ничего не нужно. Просто увези меня отсюда, пожалуйста. Ладно. Тебе холодно? Угу. Вот, надень. И это. Укутайся, потеплее. Вот так. Все хорошо. Тебе больше бояться нечего. Уже лучше. Ада, девочка моя, мое время на исходе. Это могут быть мои последние слова тебе. Сегодня приезжала внучка лежащего рядом пациента и дала мне карандаши. Я нарисовала цветы на обороте. Поднеси письмо к свету. Красивые, да? Я пишу с ошибками. Не суди меня, когда вырастешь. Ада, дочка моя, мы скоро расстанемся. Время пролетело в мгновение ока. Я не успела исполнить свой долг перед тобой. И я не хочу умирать, оставив незавершенные дела. Не хочу оставлять тебя совсем одну. Но у меня больше нет сил бороться за жизнь. У меня нет даже сил заплетать тебе волосы. Ада, мне больно от мысли, что у тебя нет отца, который о тебе позаботился бы. Но я все равно благодарю Бога за то, что Он подарил мне тебя. Ты принесла в мою жизнь невинность. Ты очень смелая, Ада. Была смелой с самого детства. Когда я шла слишком быстро, ты бежала за мной и кричала: «Не останавливайся, мама, я тебя догоню». Я счастлива и горжусь тем, что у меня такая сильная дочь. Я буду гордиться тобой там, куда отправлюсь. Не теряй свою силу и отвагу. Продолжай мечтать, чтобы не преподносила тебе жизнь. Жаль, я не увижу, как ты растешь. Сколько друзей у тебя будет в школе? Ты станешь учительницей или врачом? А может, балериной? И я хотела бы увидеть твою первую любовь.
Интересно, какой парень привлечет мою девочку? Будь у меня время, когда ты вырастешь, я сказала бы тебе. Любовь не всегда приносит счастье, милая. Иногда ты будешь грустить, иногда плакать, но не отчаивайся найти настоящую любовь. Я оставляю тебя совсем одну. Надеюсь, в будущем ты полюбишь того, кто никогда тебя не оставит. И помни, когда ты улыбаешься, я тоже улыбаюсь. Не забывай меня, Ада. Твоя мама. И не забывай нашу песню. Я люблю тебя. Четыре стены без крыши, вверху воробушек поет и держит у себя в клюве апельсиновый цветочек. Да? Смотри, солнце встает. Да, очень красиво. Вот это да! Мы въезжаем в Стамбул с восходом солнца. Думаю, это хороший знак. Но я не разбираюсь во вселенной, энергии, во всем таком. Да, это точно знак. Вселенная говорит нам о том, что начинается прекрасная новая жизнь. Сам посмотри. Да, согласен. Стамбул — большой город. Он о тебе позаботится. И ты не будешь одна. Я рядом. Хорошо, что ты не выбросил письма. Что это у тебя под глазом? Да так. Я слишком резко дернул дверь и ударился. Знаешь, как называется заправка на границе вашей деревни? Нет. А зачем тебе? Да так. Забыл там кое-что, пока заправлял грузовик. Но это уже не важно. Ты стал какой-то странный. Ты странно себя ведешь. Да нормально я себя веду. Мне уже 19 лет, понятно? Тебе ничего не будет за то, что ты меня увез, если ты этого боишься. Да не боюсь, я сказал же. Господи боже. Я просто устал. Если бы ты не сбежала, я бы все равно увез тебя. Силой? Да, силой. Схватил бы тебя и увез в Стамбул. Позвоним твоей подруге или сначала позавтракаем? Нет, еще слишком рано. Позвоним после завтрака. Ты можешь у нее остаться? Вдруг она занята или номер сменила? Мало ли. Может, она вообще больше не живет в Стамбуле. Кто знает. Тогда я буду жить на улице стамбулец. Я тебе не позволю. Я отвезу тебя к подруге. И если окажется, что ты не сможешь там остаться, что-нибудь придумаем. Ладно. Где будет твой первый стамбульский завтрак? Даже не знаю. Это ты здесь живешь? Ладно. Тогда давай поедем на набережную. Полюбуемся Босфором. Нужно найти тебе обувь, а то замерзнешь или поранишься. Нет, не хочу. Почему? Я заплачу. Не надо, мне уже неудобно. Надо, надо, надо. Возьмешь в долг. Все честно. Когда найдешь работу, вернешь мне деньги.
Осторожно. И вообще, знай, если не вернешь долг, я пришлю к тебе коллекторов. За завтраком подпишем договор. Хорошо. Тогда я согласна. Договорились. Вот там торговцы обувью, иди к ним, а я отъеду и вернусь, чтобы не получить штраф за парковку. Это рядом, я вернусь через 2 минуты. Ну ладно. Но больше никуда не ходи, чтобы не потеряться. Хорошо. Будь осторожна. Здесь нельзя стоять. Вот же знак. Да, простите, я не видел. Я сейчас отъеду. Я на секунду вышел. Не получится. Ваши права и документы. Да ладно, шеф. Права и документы. Шеф! Что? Этот номер в списке разыскиваемых. В списке разыскиваемых? Это из-за вчерашней драки, что ли? Я вообще ни при чем. Спросите заправщика, он подтвердит, что это была самозащита, а ничего больше. Не знаю, что это было, но вы влипли. Вызывай буксир. Да, сейчас. Что с ним случилось? Подходите, покупайте. Последний писк моды. Подходите, можете померить. Спрашивайте, что интересует. У меня лучшая цена. Доброе утро. Чем вам помочь? Полезай. Простите, дайте мне пару минут. Я приехал с девушкой, она впервые в Стамбуле. Поймите, у нее нет телефона, мы потеряемся. Я не о девушке волнуюсь, а о себе. Полезай, давай. Дайте мне всего 2 минуты, прошу. Садись в машину, дружище, давай. А да? А да! А да! Какой вам размер? 37-й. 37-й. Сейчас подберем. Подождите секунду. Вот, прошу, померите. Как? На вид подходит. Да, в самый раз. Вы в них пойдете? Или нужна коробка? Нет, я жду друга. Хорошо, как скажете. Ваши туфли, пожалуйста, носите на здоровье. Спасибо. Хорошего дня. Ой, похоже, он не придет. Бывает. Yalnız yaşanmaz, senden ayrı
saved him, Senichok, saved him, saved him, Senichok. О, простите, простите. О, прошу прощения, вы целы? Все хорошо? Да, все нормально. Sevdim seni çok sevdim, sevdim seni çok.